И этим же летом, 5 июля, в Красноярске рухнул виадук на улице Семафорной. После того, как грузовик врезался в одну из опор пешеходного моста, водитель был пьян. Пролеты моста сложились, как карточный домик. Один человек погиб, и еще один был доставлен в реанимацию. 10 минут доехал до РЦ и сюда вернулся через 7.